Служба безопасности Украины предъявила мне подозрение в интернете. Они предъявили подозрение, выложив на свой телеграм-канал пропагандистский ролик, где нарезки моих выступлений на российских телеканалах. Нет, конечно же, вы там не услышали, что там надо Крым там, забрать там, у Украины и так далее. Такого там, конечно же, не было. Там были слова о гражданской войне, которые я могу и сейчас повторить. Там были слова... Почему вы не идете отвоевывать Крым? Ну, это, наверное, тоже государственная измена. В общем, я не знаю, что это было. Украина – колония. Украина – колония, и к колонии отношения соответственно. Но бывают колонии, из которых начинают расползаться всевозможная гадость, мерзость, чума. По поводу гражданской войны. Как заявляется, гражданской войны нет. И вообще нельзя даже произносить «гражданская война». Хотя я, лично я, считаю, что если украинец убивает украинца, если брат убивает своего брата, то это однозначно гражданская война. Ну вот, такое мое мнение. Это однозначно гражданская война. Вместе с сепаратистами воюют россияне. Это абсолютно четко, это абсолютно ясно, это было понятно еще несколько месяцев назад.